спокойно нам в субботу не жилось. Вот этой вот мадам и по недосмотру брата Алекса засунула себе в нос. Ты гулял. Но ты разбросал свои браслеты эти. Покажи, что Алекса засунула себе в нос. У тебя же есть с собой. В машине лежит. Алекса засунула себе штуку браслета в нос. Не хочешь показывать себя? И я достать уже не могу, поэтому мы приехали в детский госпиталь. Сейчас посмотрим, сколько мы будем ждать. Мы вот там вот зарегистрировались. И вот такой вот тут зал ожидания, так сказать. Будем вам рассказывать. Я просто не могу эту штуку вытащить. Она очень глубоко. Алекса, покажись нам. Не будешь показывать? Причем Алекса очень быстро собралась. Она поняла, что... Да понятно, что ты в хоккейной одежде. Алекса, я сказала так, все, едем в emergency. Она быстро одела тапки и побежала к машине. Без криков, без ора поняла, что опасно. Когда я поехала на маникюр, мне Мэти позвонила, сказала, что мама, ты где, ты далеко? И я сразу поняла, что что-то не так. Я говорю, что случилось? Он говорит, Алекса засунула себе штуку в нос. И все, у меня вот... Спиленные ногти, недоделанный маникюр. И я поехала, конечно же, домой. Ты закончила? Суббота. Вот так выглядит палата в детском отделении. Это в приемном покое. У нас поместили сюда. Алексе надели на палец какую-то штуку, дали браслет. Сейчас Бусечка тебя вылечит. Я надеюсь, что обойдется все хорошо. Очень глубоко эта штука у нее сидит. Я не знаю, как они будут вытаскивать ее. Страшно. Как будто мне не страшно. Такой санитайзер веселенький. Вот так вот. По всяких приборов. Я мама тут ни в чем не виноват. Ну понятно, не виноват. Минус всех американских больниц, госпиталей, emergency, что здесь везде холодно. Но тут, может быть, то, что это детский, здесь не так сильно холодно. Мы сидим, ждем тетю. Она, конечно, посмеялась, сказала, что да, я вижу, что у вас зеленая бусинка. Будем ее доставать. Страховка у Алекса есть, но я думаю, что она это покрывает. Но они даже пока даже не спросили, вообще есть страховка у нас или нет. У меня, Настя, не трогай, сказали же. Кровь у тебя там. Алекса, ну ты рада, что мы вытащили эту штуку? Не моя сама. А зачем ты ее засунула туда? Мам, а мы, потому что... Потому что? Вытащили. М? Да, да, мы вытащили. Но мы вытащили. А меня интересует, зачем ты ее засунула в нос? Я его. М? Я его. Зачем ты засунула? Ты какого цвета засунула? М? Пусть. Какой ты свет засунула? А зачем ты засунула ее в нос? Скажи мне, пожалуйста. Пижаму. Мы поехали еду такую. Но ты играла в браслет. Зачем ты засунула его в нос? Ты понимаешь, что так нельзя делать больше? Ты понимаешь, что так нельзя больше делать? Да. Тебе было страшно? Да. А ты знаешь, как маме было страшно? Да. А потом это тебе Татенька? Тебе нравится к врачам ездить? Да. А мне нет. Да, я тебя руку сломаю. Три дня будем. Три руки сломаю? Нет, три дня будем. Три дня? Алекса, пожалуйста, не делай так больше, хорошо? Не надо. Не будешь так делать больше? Не буду.
Будешь? Не будешь? Буду. Я очень надеюсь. Не надо так больше делать, хорошо? Ты же у нас умная девочка. Угу. Да? Да. Это пришла тетенька, она узнает про наличие нашей страховки. Есть она или нет? Подожди, мам, прямо нет. Прямо там улица. Пошли, сказали прямо. Вот так вот приемный покой выглядит. Мы на самом деле очень быстро отделались. Мы провели, наверное, здесь минут 30. Это, поверьте мне, очень-очень быстро. Может, потому что это детское отделение. Вот так вот выглядят врачи. Все, мы здесь можем выйти. Попробуем. Нет, не можем. Мне кажется, нам нужно сюда. Мэтью, спроси, где нам нужно выйти. Мэтью, спроси, где мы. Выходить нужно через взрослое отделение. Это уже взрослые тут лежат. Пойдем, вот как раз нам нужно сюда. Да. Ну, тоже кто-то приехал. Да пойдем, мы сами с ним. Замерз там? Очень. Да, там холодно. Но это еще не так холодно, когда мы тебя привозили. А когда мы тебя привозили в эмерженси, помнишь, когда у тебя живот болел? В пятницу устроил нам пятничный выезд. Мы с папой могли сидеть винишко пить, а поехали с тобой в госпиталь. И что? И ничего, просто сказали... Родителям плохо. Сказали, есть больше овощей и фруктов. Понравилось тебе тогда? А ты бургер. А ты бургер. А я бургер, ладно. А ты что? Булка. Да, это полезно. Покажи нам пачку бумаг, какую выдали для Алексы. Полистай, там на самом деле куча бумаг каких-то, я буду дома изучать, я не знаю, зачем это, но они все время перестраховываются, куча подписей всяких с нас взяли. Да, это сказали, что нам домой взять. Господи, главное, что вытащили, все хорошо. Алекса, еще раз засунешь, пойдешь сама пешком, да? Не делай так больше, пожалуйста. А вот сюда привозят совсем больных. Я буду. Не будешь? Буду. Я надеюсь. Я не уверена. Мэтью, а ты убирай это все, чтобы она не смогла это достать. Она это рассыпала, не мои проблемы. Нам выдали вот такую кучу бумаг. И сказали, что если вдруг пойдет из носа кровь, то обязательно ехать в эмерженси. Ну, тут я даже не знаю, потому что вот, смотрите. Мы, конечно, это все не читали, но можно все это прочитать. Я не знаю, какой счет нам придет. Надеюсь, все-таки никакой. Не знаю, зачем нам это все нужно. Надеюсь, что все покроет страховка, потому что по итогу, в общем-то, они ничего не сделали. Эта бусинка выпала сама. Ну так.